Сегодня компания Skyway приехала поучаствовать в ежегодном форуме компании VSO System 3D Experience Forum. Мы являемся пользователями системы и технологическим партнером компании VSO System. Здесь находится большая зона, разбита она по тематикам. Каждый специалист, я думаю, что нашел для себя какие-то моменты, которые можно будет далее применить в работе, например, маркетинг и продажи. Я поговорила со специалистами, тоже профильными, они мне подсказали несколько моментов, которые можно будет в 3D Experience подключить. И про взрывающиеся блок-схемы я еще ни разу не слышала. И про то, что можно из 3D перегонять очень быстро в VR-очки, мы, по-моему, тоже такого еще не используем. Поэтому для себя я несколько пунктов отметила профильных, ну и по всем остальным зонам я тоже вижу наших сотрудников, которые задавали какие-то вопросы, о чем-то увлеченно общались. Все здесь настроено очень интересно, интерактивно. На таких экранах где-то загружены ролики, где-то можно активно потрогать, подействовать, посмотреть. Мне очень нравится, что здесь возле каждого стенда практически стоят специалисты, которые отвечают на вопросы именно по этой тематике. Занимается созданием инженерных решений, направленных на сохранение биосферы, устранение глобальных экологических и социальных проблем и обеспечение устойчивого развития человечества. Мы сформулировали для себя таким вот образом стратегию. Реализовать единую среду, позволяющую создавать из идей коммерческие продукты. Часть задач мы уже реализовали. Здесь мы наращиваем транспорт лучших индустриальных решений, практик, которые нам помогают предоставлять эту систему. И, соответственно, двигаемся к четвертой фазе, в которой мы сможем масштабировать все наши решения в любой точке мира, организовывать производство и реализовывать транспортную систему. На сегодняшний день единую цифровую разработку. Вот вы видите, большая картинка — это объект, который сейчас строится в Эмиратах, в Шарже. Это полностью инженерный макет всего продукта. В его составе объекты строительства, путевая структура, транспортное средство. Ну и видите маленькие, да, картинки, здесь весь цикл разработки. Это позволяет сэкономить большое количество времени, это позволяет всем участникам процесса видеть, что происходит, и видеть это в едином продукте, чего ранее не было. На сегодняшний день мы для себя ставим очень серьезные амбициозные цели, и так как выглядит наш тренд, мы хотим его видеть таким образом, и наша система, я думаю, нам очень сильно в этом поможет. Мы создали на сегодняшний день технологический фундамент совместно и двигаемся сейчас с трансфером технологий и привлечением решений для своей компании и разработки своих уникальных решений. Планируем выйти выше мирового уровня, и мы все вместе сможем сделать это для лучших.